Il en est tout proche et attention, attention, parce qu'à ses côtés, il y a Sergei Shubenkov. На арене Сергей Шубенков во французском Монтрее вновь готов доказать, что быстрее всех на планете. И Зинаида Карловна в барнаульской многоэтажке с новеньким лифтом. Безопасным, бесшумным, а главное быстрым. Заходите, будьте гостями у нас. В лифте. Работает и правда, едва слышно, не то, что прежняя техника, радуется пенсионерка. Тогда грохот был на весь подъезд. Все же основное преимущество белоруса – скорость. Медленно набирает, но быстрее потом скорость идет у него по ходу. И энергосберегающий. Слева Мартин Лагард, справа тоже француз Аурель Манга. Зинаида Карловна, оператор, оборудование для камеры и сама видеокамера. Немного тесновато. Кабина рассчитана на пятерых. Шубенков по итогу забега номер один. Эти 110 метров с барьерами он пробежит за 12,99. Сможет ли лифт также? Эта машина, как уверяют эксперты, в два раза быстрее, чем предыдущая. Сейчас мы это проверим с помощью обычного секундомера. Итак, восьмой этаж. Заходим в лифт. На старт. Внимание. Поехали. Итак, первый этаж. 33 секунды. Это в два раза медленнее, чем бегает Сергей Шубенков. Но в два раза быстрее, как говорили эксперты, чем предыдущая машина. 33. Пока чемпион лидировал, специалисты еще раз проверили надежность лифтового оборудования. В шахте все подчинено компьютеру. Аварии, например, падения, в отличие от спорта, исключены. Была полностью замена лифтов, это вот замена редуктора, лебедки, ограничителя скоростью полностью, ремонтные работы по машинному помещению, это станция, это вводные все устройства, это освещение. А еще в кнопки вшит даже шрифт Брайля. Жильцы очень довольны, благодарны. Вот. До конца года в крае планируют запустить еще 29 точно таких же кабин. Зинаида Карловна самый быстрый лифт определенно рекомендует даже самому быстрому человеку на этой планете. Кирилл Политов, Алексей Фризин. Наши новости.